4, 38 и 42 килограмма. Весовая категория 34 килограмма. Участник под номером 1 Рогов Владимир. МГФСО, первый разряд. Весовая категория 38 килограммов. Участник под номером 2 Власенко Егор. Молния, третий юношеский разряд. Участник под номером 3 Арсаликов Александр. Юность Москвы. Участник под номером 4 Алексеев Илья. Юность Москвы. Участник под номером 5 Юдин Марк. Юность Москвы. Весовая категория 42 килограмма. Участник под номером 6 Ворона Семен. МФСО. Вне категории, вне конкурса. Участник под номером 7 Смирнов Максим. Первый разряд. Струнина Динамо. И Пазухин Максим, участник под номером 8, первый разряд, Струнина Динамо. Представление участников закончено, представление судей. Центральный судья Владимир Смусьев. Международная категория. Боковой судья Амир Бекипов, международная категория. Боковой судья Владлен Каневский, всероссийская категория. Представление судей закончено. Вес штанги тот же, называется Юдин Марк. Леонид Никаноров, возьмите рацию в разминочном зале. Юдин Марк закончил рывок с результатом 18 килограммов. Установить вес штанги 20 килограммов. К этому весу подойдет Алексей Илья. Вес готов. Для первого подхода на помост приглашается участник под номером 4 Алексей Филья. Подход подсчитан. Участник заказывает для второго подхода 23 килограмма. Установить 22 килограмма. Вес готов, на помост приглашается Арсаликов Александр. Подход не засчитан. У спортсмена есть 2 минуты для подготовки. На помост вызывается Абсаликов Александр. Вес пока спортсмен. Абсаликов Александр заказывает для заключительного подхода 25 килограммов. Установить на штангу 23 килограмма. К этому весу подойдет Алексей Филья, участник под номером 4. Вес готов, на помост приглашается Алексей Филья. Илья заявляет для заключительного подхода 25 килограммов. Установить вес штанги 25 килограммов. Первым к этому весу подойдет участник под номером 2 Власенко Егор.
Вес готов. На помост приглашается Власенко Егор, участник под номером 2. Подхода 27 килограммов. Вес штанги тот же. Для заключительного подхода на помост приглашается Абсаликов Александр. И Абсаликов Александр заканчивает рывок с результатом 25 килограммов. На помост приглашается участник под номером 4 Алексеев Илья для заключительного подхода. Результатом 25 килограммов. Установить на штангу 27 килограммов. К этому весу подойдет Власенко Егор. Вес готов. На помост приглашается Власенко Егор. Установить на штангу 28 килограммов. Первым к этому весу подойдет Ворона Семен. Участник под номером 6. Готовится Власенко Егор. Вес готов, на помост приглашается Ворона Семен, участник под номером 6. На помост приглашается Ворона Семен для второго подхода. Вес покоряется спортсмену. Участник под номером 6 для заключительного подхода заказывает 30 килограммов. Вес штанги также 28 килограммов. Для заключительного подхода на помост приглашается Власенко Егор, участник под номером 2. Власенко Егор заканчивает рывок с результатом 28 килограммов. Установить 30 килограмм. Вес готов. На помост для заключительного подхода приглашается участник под номером 6 Ворона Семен. Успешно справляется с подходом и заканчивает рывок с результатом 30 килограммов. Установить 35 килограмм. К этому весу подойдет участник под номером 1 Рогов Владимир.
Вес готов, на помост приглашается участник под номером 1 Рогов Владимир. Заказывать для второго подхода 38 килограмм. Установить 38 килограмм. Вес готов. Для второго подхода на помост приглашается участник под номером 1 Рогов Владимир. Принята перезаявка от участника под номером 7 на 45 килограмм для первого подхода и от участника под номером 8 также на 45 килограмм. Участник под номером 1 заказывает для заключительного подхода 40 килограмм. Установить на штангу 40 килограмм. Вес готов. Для заключительного подхода на помост приглашается участник под номером 1 Рогов Владимир. Результатом 40 килограммов. Установить 45 килограмм. К этому весу первым подойдет Смирнов Максим, участник под номером 7. Готовится Пазухин Максим, участник под номером 8. Вес готов, на помост приглашается участник под номером 7 Смирнов Максим. На помост приглашается участник под номером 8 Пазухин Максим. Подход не защита. Вес штанги 45 килограммов. Для второго подхода приглашается на помост участник под номером 8 Пазухин Максим. Подход защита. Вес готов, на помост приглашается Смирнов Максим, участник под номером 7. Стоп-премиум. Участник под номером 7 Смирнов Максим заказывает для заключительного подхода 50 килограммов.
установить 50 килограмм. Участник под номером 8 пазухи Максим также заказывает из исключительного подхода 50 килограмм. После рывка будет перерыв 10 минут. Вес готов. На помост приглашается Смирнов Максим, участник под номером 7. Смирнов Максим заканчивает рывок с результатом 45 килограммов. Вес готов, на помост вызывается участник под номером 8, Пазухин Максим. Результатом 50 килограмм. Объявляется перерыв 10 минут.